Добрый день, с вами Наталья. Дорогие друзья, подписчики, случайно зашедшие зрители на канал «Цветочные премудрости», канал «Цветочные премудрости» жив. Но мне задают вопрос, почему я не снимаю. Отвечаю на ваш вопрос. Больше 2 месяцев, к сожалению, я действительно не снимаю. Произошла такая ситуация, что у дочери были проблемы, подозревали гастрит, оказался банальный аппендицит, который вылился в очень большую проблему. У нее оказался гангренозный аппендицит. Такие у нас замечательные врачи. Гастроэнтеролог, эндокринолог, и дальше список не буду оглашать. Скорая нас привезла, нас отправили. Поэтому целый месяц мой ребенок с 27 декабря по 19, ну не целый, чуть-чуть меньше, января пролежал в больнице. Были большие осложнения, и теперь у нас спайки, и мы будем целый год под наблюдением. Вот буквально через несколько дней мы едем опять в областную больницу, нам будут делать УЗИ, анализы и все такое прочее. Очень много процедур мы проделали за это время, и будем надеяться, что все пойдет на улучшение. В общем, по халатности врачей, так что люди в белых халатах, 90%, к сожалению, очень халатные. Но попадаются очень замечательные, которые, слава Богу, появляются вовремя. Так что не снимала я только по этой причине. Прошу меня извинить за то, что я не снимаю, за то, что я не своевременно отвечаю на вопросы. Я вижу, у меня не всегда получается. Мне очень жаль. Но, дорогие мои друзья, сейчас я все-таки постараюсь делать что-нибудь, потому что явно нужно уже показывать проблемные моменты, которые волнуют вас. Прошу еще раз меня извинить, заходите ко мне, скоро все будет постепенно налаживаться. Я рада всем вашим вопросам и постараюсь не только отвечать на них сухо, а еще показывать наяву, что происходит. Ну что ж, дорогие мои друзья, до следующих видео, всего доброго, пока-пока!